В Донецке в четверг в школе номер 2 прошел первый открытый республиканский конкурс мастерства педагогов «45 минут славы». Это финал конкурса «Учитель года», в котором из 6 претендентов был выбран один. Всего в отборочных турах конкурса участвовало около 20 учителей и преподавателей, выбранных экспертной комиссией из числа специалистов Донецкого областного института последипломного педобразования. В результате в полуфинале были определены 6 участников финального тура. Особенность конкурса в том, что раньше учитель года выбирался в разных категориях, а теперь это будет один учитель, чья методика будет признана лучшей. Конкурс был объявлен Министерством образования Донецкой Народной Республики, как только мы начали этот учебный год. И у этого конкурса очень необычное название «45 минут славы». Когда с Киева нам, учителям, пригрозили «не заходите в класс», то учителя не дрогнули в этой ситуации и стали выполнять свою профессиональную функцию. Поэтому название «45 минут славы» – это уважение к донецкому учителю, который свято выполняет свой долг перед детьми, своей профессией и Донецкой Народной Республикой. В жюри были приглашены депутат Народного совета, представители Министерства образования и науки ДНР, ректор Института последипломного педобразования, методисты, директора, учителя и завучи школ. И даже ученики 10 класса были привлечены к оцениванию работы учителей. Сегодня получил максимальное удовольствие, потому что было такое ощущение, что я попал на машину времени и очутился в своем детстве. Настолько великолепно преподаватели показали свой и опыт работы, и свои знания, и работу с детьми, что просто я лично растворился в этом всем и почувствовал себя опять учеником. Конкурсанты соревновались в таких предметах, как русский язык и литература, физика, украинская литература, биология и учитель начальных классов. Ученики школы высоко оценили работу учителей, которые вели сегодня у них показательные уроки. Очень понравился урок, учитель очень хорошо его вел, очень яркие впечатления остались от проведенного урока, и мы очень рады, что такие мероприятия все-таки проходят. Это как бы опыт и для нас, и для учителей, очень интересно и понравилось все. Победителем в открытом республиканском конкурсе мастерства педагогов стала молодая учительница физики из города Торез Елена Новикова. Приятно, что меня встречали сегодня в городе Донецке, потому что сама я приехала из Тореза, с 11-й школы, тоже очень замечательная школа, замечательные учителя и дети. И здесь мне было приятно, что я встретила таких же отзывчивых, замечательных педагогов, которые ходили с нами каждый день. Очень было приятно за деток, потому что детки очень молодцы, они так старались, и было видно, что они хотели отвечать. Очень приятно также осознавать, что, наверное, несмотря ни на что, ни на все события, которые происходят, у нас дети, которые очень одаренные, дети со способностями, дети, которые могут разнопланово развиваться, дети, у которых есть возможность, в принципе, развиваться самому главному, практическим знаниям. Физика – это то, что мы встречаемся каждый день, каждую секунду нашей жизни. И очень приятно, когда у детей есть этот жизненно важный опыт. И этот жизненно важный опыт мне приятно, что связан с физикой. Ну, о своих эмоциях расскажите. Эмоций много, эмоции переполняют, потому что было и тяжело накануне, готовилась, очень переживала. Очень приятно было на уроке, приятно было с детьми пообщаться, очень отзывчивые дети. Поэтому, в принципе, на уроке вот то, что готовились до этого ночь, как-то не почувствовалось по сравнению с тем, как проведен урок. Наверное, может и стоит так готовиться. Торжественное награждение победителя и лауреатов конкурса состоится 16 апреля 2015 года в Большом зале Донецкого областного института последипломного педагогического образования. В Донецке в школе номер 2 сегодня состоялся открытый республиканский конкурс мастерства педагогов «45 минут славы». И о своих впечатлениях я могу сказать следующее. Если бы в наше время были такие учителя с таким вспомогательным материалом, все бы ученики учились на отлично. Знания в школе сегодня получали Дмитрий Зиньковский, Павел Припа, специально для «Новороссия ТВ».